Господи, Лили, ты здесь? Ну, началось. Бездонная пропасть. С помощью коммуникатора найти голос Лили. Так. Последние патроны и пипец. Ух ты. Оглушить-то можно? Бутылками тебя закидаю сейчас. Ни одну не попал, блин. Давай ты восстанавливайся, но... Держи. В голову. Ножом. В догонялки поиграем, что ли? Так, доигрались, блин, называется. Ладно, обойдем стороной. Так, интересно, здесь да где что-нибудь лежит где-нибудь? Вон, да я вижу. Ух ты, а там что такое большое? Отлично. Хоть топорик возьмем. Это и то радует. Куча трупов лежат, не дай бог. Это. С бензопилой вылезет. Здесь у нас ничего.
что-то здесь есть. Подсумок. Отлично. Для пистолета. Патроны не прибавляются, когда подсумок берешь. Жаль. Отлично. Один истратили, один взяли. Блин. Ну давай. Держи. По-любому сюда надо идти, да? Ну-ка я тебе. Ай! Укокошу. Блин. Зачем ты идешь в мою сторону? Отлично. Так, главное не спалиться и успеть открыть дверь. Давай, 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 давай. Теперь можно спокойно открывать дверь. Велосипед. Блин, опять этот взрывоопасный. Давайте-ка попробуем. Здесь-то больше ничего нету нигде. Патрончики бы какие-нибудь. Ух ты! Попробовать побегать от них. Ой-ё! Патрон от пистолета.
Бежим, бежим. Так, тут болты. Что-то еще можно было взять. Воу-воу. Почитать. Так, подчиняться свободе, страница 2. Что такое свобода? Это слово, обозначающее некое понятие, которому каждый придает свой смысл, причем с точки зрения времени и пространства оно совершенно бессмысленно. Мы состоим из атомов. У каждого атома есть ядро и электроны, движущиеся вокруг него. Пространство между этими частицами заполнено пустотой. Получается, мы в основном состоим из ничего. Это трудно принять, но в этом знании кроется сила, в смирении скрыты большие возможности, в уступчивости своя сила, пока вы готовы подчиняться свободе. Беги, беги, беги. Минутка чтения закончилась. О-о-о. Блин, вот туда сейчас кинь гранату. Ай-яй-яй. Останавливай-то быстрее уже. Еще вылезли. Сейчас насобираю эту кучку. Уже. Играется скучно. Нам надо компанию собрать. Я думал, все, прекратили бежать. Блин, аптечку бы какую-нибудь найти. Так, я чё кругом обежал? Меня интересует вопрос, куда мне идти? Вон туда. Ко мне он не придет, да, походу? Мама никогда не сдавалась. Не то, что ты. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет. Нет. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать и потерял их обиды, а потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь! Мира поняла, что для достижения цели надо уметь подчиняться, объединяться. Так, 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 так. Не понял, куда? Сохранение.
за мной не идут. Здесь пока. Все, что здесь лежит. Играет на нервах. И после этого ты все равно хочешь воссоединиться с Лилией? Я хочу. Я должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. В какую-то тьму. Лили, это правда ты? Не, это очередная ложь, по-любому. Лили. Нет! Лили! Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел? Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет. Пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Нет. Нет. Обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Да выстрелил ладно. В меня, Себастьян. Зачем? Нет. Ну пипец. Ладно. Давай-ка выбираться. Нельзя ему поддаваться. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян, что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Торрес, где? Я дома. Как я
Обыщите дом. Как-то мы дома очутились. Торос чуть не пристрелили. Так, что мы дома-то можем? Что у нас дома есть? Комнатка Лили. Комната Лили. Точь в точь, как раньше. Как бы я хотел, чтобы она осталась такой. Так, слайд. Отлично. Осталось еще 3 слайда найти. Здесь загадочный символ. У вас такое ощущение, что вы уже видели это раньше, но никак не можете вспомнить, где и когда. В любом случае, выглядит эта вещь очень круто, и вы решаете оставить ее у себя в кабинете. Так, случаем это не из Скайрима. Я только и делал, что работал. Вернуть бы хоть немного времени. Я провел бы его с ними. Да, как говорится, когда потеряешь, начинаешь ценить и уже думать. Лили? Это письмо. Последняя весточка от Миры. Оно было спрятано в ее документах. Тогда это казалось бредом. Но я должен был ей поверить. Мой милый Себастьян, если ты получил это письмо, боюсь, случилось самое страшное. Это значит, что в своем расследовании я слишком приблизилась к разгадке. И, скорее всего, ты меня больше не увидишь. Прости, что держала все в тайне, но я хотела тебя защитить. Или от правды, или от своего безумия. Прикладываю копии своих документов. Я очень надеюсь, что ты никогда их не получишь. Но если все же это случится, тебе придется завершить то, что я начала. Прошу. Добейся справедливости ради Лили и ради меня. Я очень тебя люблю, Мира. То же самое письмо было в первой части. Мне очень жаль, Себастьян. Ты столько пережил, столько времени в одиночестве. Я сам виноват. Ты пыталась мне сказать, а я тебе не верил. А теперь я в полном раздрае. Разговариваю с галлюцинациями. Я тебя подвел. Не смог спасти Лили из огня. Я всех подвел. Это неправда, Себастьян.
Не было там никакого пожара. Ты это теперь знаешь. Но ведь я не уберег ее. А как бы ты мог? Мёбиус все равно, что стихия. С тем же успехом ты можешь винить себя в землетрясении. Это вне твоей власти. Ты должен перестать себя мучить. Ты хороший человек, Себастьян. Поэтому я за тебя и вышла. И на этот раз ты можешь ее спасти. Против тебя многие силы. Но ты должен держаться. Не дай прошлому себя победить. Я прощаю. И Лили простит. Но главное все-таки простить самого себя. Простить себя. Она права. Она всегда была права. Теодор использует против меня мое чувство вины. Но в чем я виноват? Это их вина, а не моя. Они забрали у меня все. Не я это начал. Но я это закончу. И не дай бог никому встать на моем пути. Кто там? Себастьян, просыпайся! Что случилось? Она тебя вытащила. Мне жаль, Себастьян. Я пыталась ее спасти, но... Нет. Я стрелял в нее. Рана от пули была неглубокая. Она погибла от ран, полученных в бою с этими тварями. Проклятие. Она не должна была так погибнуть. Она была хорошим солдатом. Она хотела спасти Лили, а теперь сама мертва. Это я виноват. Опять. Нет, Себастьян. Ты не виноват. Не позволяй ему. Ты права. Чертов ублюдок. Этого он и добивается. Внушает мне чувство вины. Но это он все сделал. Не я. Это он виноват.